Идем на завтрак. Сегодня у нас четверг, 27 или 28, 27 вроде бы июля. С этого балкона можно видеть соседний отель. Так, вот он, лифт. Едем на лобби. Да, кстати, мы вчера хотели еще, чтобы нам комнату поменяли, но суперсервис нам сказал, что ответственного за это, у ответственного за поменять комнаты выходной. Поэтому ждите до завтра. Подойдите в 9 утра. Повезет, то будет свободная комната. Если нет, то надо будет ждать до 12. Но вообще оформление здесь такое ничего. Сделано в современном стиле. Так вот выглядит наш отель. То есть это заезд в отель. Фронтальная сторона. Ну, второй раз я сюда точно не поеду. Скажу, что я уже часто бывала на всяких курортах, но в прошлом году мы были в Египте, и отель был четырехзвездочный, назывался Сентиду. Сентиду Мамлюк Палейс. Было очень хорошо, намного лучше, чем вот в этом пятизвездочном. Сейчас зайдем в лобби. Немножко там поснимаю. Интересный дизайн отеля. Диванчик красивый, вот этот вот. Вот этот вот. Прикольные фигурки, большое зеркало. Все в таком современно интересном стиле. Необычном. Вот эта вот картина мне нравится. Статуэтка прикольная. Почти с меня ростом. Олени торчат из стены. Пусто все на море. А вот это вот самое красивое. Сейчас выйдем на терраску. Да, кстати, вот это тоже очень интересно, туфли. Один раз женские туфля. Один раз мужской. С цветочками. И кот висит. Очень важный кот в очках. При галстучке. Посмотрим, что видно с террасы. Бассейн. Уже играет музыка. Отсюда тоже виден бассейн. Там на углу наша комната. Вот это вот, по-моему. Но сегодня мы переезжаем. И у нас будет другой вид. Ура, ура, ура. И будет тишина.
удержалась и взяла сегодня на пробу два вот таких вот тортиков. Попью сейчас кофе. Попробую, какие они на вкус. Мне кажется, вот этот должен быть очень вкусный. Он такой мягкий-мягкий. Очень вкусный, похож на зефир, но намного мягче. Я помню, в России было такое, лукум назывался. Не знаю, есть сейчас или нет. Вот это что-то наподобие лукума. Очень вкусно. Но вообще с едой здесь, не знаю, не очень. Я уже бывала в отелях, где была еда намного лучше. Больше выбора и вкуснее. Сейчас попробую второй тортик. Он тоже очень вкусный, он напоминает наш сметанник. У нас в отеле какой-то праздник, прям на ужин рыба красная. Такое я готова кушать каждый день. Вкусняшка. Люди, не будьте такими безразличными. Здесь на этих курортах турецких, египетских, да и везде столько бездомных худеньких кошечек. Я привезла с собой еды, ту, которую кубик не ест. И хожу, как увижу кошку, насыпаю им покушать. Смотрите, с каким он аппетитом кушает. Бедный, грязный, худой. Боится. Напуганный весь. Он музыки, я думаю, боится. Наконец-то переезжаем. Вы не поверите, 1.5 дня мучений. И вон муж получает ключ от новой комнаты. Я вам сниму лобби. Тут тоже очень интересно все. Картины такие. Цветы в туфлях. Все? Два? Ну, хорошо. Получили ключи, сразу два. И теперь у нас комната на 6-м этаже. Комната должна быть меньше. В общем, там не будет диванчика. Ну и что? Зато на балконе будет нормальный. Можно будет посидеть на балконе, не будет шума. И в комнате ночью не будет шума. Да. Не знаю, тут такой дизайн у этого отеля, конечно, интересный такой.
современный стиль, интересные картины везде висят. Интересная лампа, мне вот эта вот лампа нравится, прикольная. Все новое, все блестит. На климе они экономят. Я сейчас сижу, и мне очень жарко просто, потому что клима либо не включена, либо очень медленно включена. Как-то, не знаю. Второй раз в этот ателье точно не поеду. Так, теперь у нас номер комнаты 1620, и мы идем ее искать. Вот мы где. Ух ты, на самом верху. Мама. Вон там я сидела только что. Так, идем искать комнату 1628. Здесь как будто в парнике. Шестнадцать двадцать. Да, еще убирают. Меньше, да? Чего ты карточку не вставил? Света нет. А тут другой душ. Раковина в ванной. Раковина и унитаз вместе. И душ. Почти так же, только. Да, ничего не гудит, как турбина самолета. Шкаф такой же, все такое же. Все так же, только дивана нет. И поменьше вот этот столик. Телевизор можно с кровати смотреть. Цветочки. Я посмотрю вид с балкона. Слышь? Кровать. Почти не слышно эту херню. Да. Можно подумать, что это море. Шумит. В общем, комната в таком же стиле, только поменьше. А, вот такой балкончик. Как в Германии. Тоже сушилка есть. Над нами никого нету. Прикольно. Соседей можно видеть. О, так лучше отсюда. Вон там берег видно. Думаешь, это включено? Теперь мы вообще сильно высоко. Но мне здесь больше нравится. Крыши отелей. Все, идем загорать на море. Сегодня можно будет спать спокойно. Можно и на балконе сидеть хоть вечером. Там вообще на балконе невозможно было находиться. Только все, если закупорить дверь. Что ты климу включаешь? Около бассейна всегда много народу. Люди приезжают на море и тусуются в хлорированной воде. Не понимаю эту логику. Какой-то маленький ресторанчик. Здесь можно помес, сосиски, по-моему, мороженое и бургеры кушать.
тут стоит какая-то непонятная фигня за забором. Такое ощущение, что это был какой-то старый отель, и вот здесь вот половина его снесли, а половина осталась, и причем он работает, там люди ходят. Короче, у меня такое ощущение, что вот этот отель наш новый был построен как-то, не знаю, нашли чуть-чуть место, влепили. И на пляже точно так же это заметно, что маленький кусочек пляжа и народа чуть ли не друг на друге там все лежат. Не нравится мне здесь, короче. Отпуск в этом году мне не нравится. Так, мы все еще идем на пляж. Вот здесь задние дворы соседнего отеля какого-то страшного. Лариса он называется, кстати. Вот выход из нашего отеля. Сейчас надо перейти через дорогу, и уже будет пляж. Так, сейчас здесь наверх. Вот уже бар при пляже. И вон оно море. Сок ужасно горячий. Ай-ай-ай. Я искупалась, сейчас буду читать, загорать, и через часа два мы пойдем на ужин. Море теплое-теплое, горячее даже, я бы сказала.